Всем привет и добро пожаловать в живописную Астрахань. Итак, футболу, Волгарь, Динамо. Матч интереснейший, матч важнейший как для Волгаря, так и для Динамо. Турнирная ситуация обязывает и тех, и других сегодня в обязательном порядке набирать очки. По-прежнему жарко, но что поделать, таковы футбольные условия, и Волгарю, и Динамо, в общем-то, не привыкать. Покрытие здесь натуральное, натуральный газон в Астрахани. Его подача, и тут же момент возникает, и продолжается атака, там куча событий. Был Муталип Алибеков. Хорошая передача Касентура. Штрафной плоти, но спиной к чужим ворота Магомедов. Там сразу два футболиста в подкате, рикошет и Адоевский. Тревожно у ворот Даниила Адоевского. Так, ну если найду, обязательно скажу. Копаться в переписках, лучше наблюдать за тем, что на поле происходит. Касентура. Ну, у него с дриблингом все в порядке. Он в штрафной удар. Игоша Касентуре. Момент голевой. 36-я минута была на исходе. Очень просто все было для Касентуры в этом моменте. Обыграл одного соперника. А потом уже начали аккуратничать футболисты Болгаря в своей штрафной. Удар Юсупова! 1-0! Динамо выходит вперед! Шикарный удар Залимхана Юсупова и его первый мяч в этом сезоне. И какой важный! Неберущийся удар. Великолепное исполнение. И это в хит-парад. Радуется скамейка запасных махачкалинского Динамо. Да, пробует главный тренер Волгаря различные сочетания. Выпускает гагричане с первых минут. Пускает других футболистов. Еще один удар дальний. Адоевский с второй команды выручает. Такой непростой был отскок от газона. И угловой в пользу Динамо. Вот еще одна подача. Туда Гелезидинов. На этот раз получилось. Очень долго ждал Гелезидинов этого момента. Прошла передача и удар поворотом. Попадает мяч Ковачевича. Лесников. Балансировал, как Элибрис на линии офсайда. Сильный удар, но это вышло не опасно. Юсупов исполнял, конечно, поинтереснее. Один из болельщиков Волгаря, тот самый, помните, это знаменитая история, когда в ковидный сезон 19-20 пригнали болельщики Волгаря. Подача Юсупова и удар поворотом. Ковачича. Удар готовился. Удар Зуева. Сильный, мощный, но не точно. Астраханского Волгаря. Так оно, собственно, есть. Финальный свисток Евгения Галимова. Динамо побеждает в Астрахани в тяжелейшем матче.